Сюзи – большая любительница книг. Вот в чем дело. Книги скрывают полку с косметикой. Что же выбрать? Может, этот крем? Упс. Не успела. А что здесь интересного? О, нет. Студентки снова все расхватали. Ну ладно. С этого дня косметика в колледже запрещена. Начинаем урок. О, нет. И как нам жить дальше? Привет. Адель, ну и вид у тебя. Всю ночь готовилась к тесту. Глаз не сомкнула. Бедняжка. Ого, какие сложные задания. Я ничего не знаю. Идея. Адель точно знает ответы. Я знаю, как тебе помочь. Вот, держи. Из коробочки для патчей вырезаем углубление. Вкладываем патч, приклеиваем вторую деталь на двусторонний скотч. Декорируем радужным принтом. Приклеиваем облачко. С обратной стороны крепим основу для пина. Делаем несколько патчей пинов. И зачем это мне? Это патчи. Нужно приложить под глаза. Нет же, Адель, сперва открой. Ну вот, другое дело. Вау! Хочешь, переписывай ответы? Мне нравятся патчи. Может, сделать селфи? Что? О, нет, какой ужасный прыщ. Нужен тональный крем. Сюзи, никакой косметики. Забыла. Ну, что же делать? Ну, конечно, придумала. Спасибо за маркер. Это круто, Сюзи. Спасибо. Что произошло? В колледже новый тренд – маски супергероев. Привет, я хочу захватить мир. Нужно успеть накраситься. А вот и блеск для губ. Дженнифер, это что такое? Отдавай сейчас же. Никакой косметики в моем классе. Самое время для моего антистресса с тенями. Сюзи, поп-ит я тоже забираю. Мне не помешает антистресс. Что? Тени? Нет! Последний ноготь и маникюр готов. Вау, цветные брекеты. Я хочу такие. Лак, то, что нужно. Стой, это для ногтей. Я хотел быть в тренде. Ох, Рон, что за глупости? Подожди, у меня есть идея получше. Модный мужской маникюр. Нравится? Очень. Пока все заняты конспектом, можно наклеить реснички. Из фоамирана вырезаем форму глаза. Очерчиваем нижнее веко и рисуем зрачок. Приклеиваем накладные реснички. Зрачок покрываем гель-лаком и сушим в лампе 30 секунд. Делаем три пары глаз и клеим на обложку блокнота. С обратной стороны клеим зеркальце. Сдавайте тетради. Подождите, я еще не закончила. Ладно, попробую без зеркала. Вроде получилось. Ресницы Дженнифер произвели фурор. Мисс Молли не видно. Можно доставать мое особенное мороженое. В формочку для мороженого наливаем тональный крем. Вставляем палочку и замораживаем. Подбираем подходящую упаковку. Привет. Поделишься мороженым? Ой, Рон, что это с тобой? Эти прыщи никуда не годятся. Держи. Спасибо. Нет, это не для еды, а для маскировки недостатков. Вот так. Школьная любовь. Это так мило. Сюзи решила незаметно поправить макияж. Я просто оточу карандаш.
спонже для макияжа прорезаем углубление и вставляем точилку. Сьюзи, что? Уже ничего, это не важно. Что это с ними? Лилиан что-то задумала. Это просто идеальный макияж. Моя очередь. Что происходит? Вау, я тоже так хочу. Ничего? Снова ничего? Заплатить? Ну, конечно. И как я не догадалась? О, да, спасибо. И запишите домашнее задание. Занятие окончено, все свободны. Дженнифер, ты не выходишь? Хочу повторить материал. Похвально, умница. Это очень полезный учебник. Вместо страниц – маски для лица. Какую выбрать? Очищающая и освежающая. О, да. Вот для чего нужны перемены. Привет, мисс Рэдиш. Можно нам в класс? С собакой? Ну да. Здесь нет знака, запрещающего животных. Действительно? Ну, входи. Привет, Мэл. О, какой песик. Это не просто пес, а мой личный визажист. Спасибо, что принес мою помаду, Пушистик. Косметика есть? Проходи. Косметика? Проходи. Пора краситься. В чехле для телефона закрываем все отверстия пластиком из прозрачной папки. Дезинфицируем и насыпаем румяна. Утрамбовываем и сбрызгиваем спиртом. Убираем лишнюю влагу. Накрываем деталью из прозрачной папки с распечатанными иконками экрана. Румяна моего любимого оттенка. Вау! Дженнифер, можно и мне твои румяна? Спасибо. Ой, что это с ними? Совсем растаяли? Эу! Гадость! Отлипните от меня! Эй, Сьюзи! Помада нужна? Конечно, но косметика запрещена. Моя помада не совсем обычная. От зонтика отпиливаем верхушку. На ее место приклеиваем помаду. Кажется, дождь собирается. Ух ты, здорово придумано. Получилось? Упс, Рон стал случайной жертвой помады. О, Рон, тебе очень идет этот оттенок. Ой, это случайно вышло. Если вы не можете избавиться от этой косметики, это сделаю я. Все в класс. Вау, сколько косметики. Вау! И совсем новый. Вот удача. Это ведро я забираю. А каморка уборщицы трансформируется в кабинет для макияжа. Упс. Это красная помада? Ей хорошо ставить двойки за работу. О, нет, я не могу без помады. Придется идти на отчаянные меры. Это оценка для красоты. Пенни, это тебе. О, спасибо, Рон, ты очень милый. Я оценила твой флирт. Время ланча. Но Сьюзи обедать не собирается. Потрачу это время на макияж. К крышке ланчбокса изнутри клеим увеличительное зеркальце. Дно обклеиваем мехом. Наполняем косметикой. На деревянную вилку и нож клеим подводку и карандаш для глаз. Все
Сьюзи, ты так похорошела. В чем секрет? Спасибо, мисс Молли. Все просто, только здоровое питание. Мне бы так выглядеть. Пожалуй, с бургерами нужно завязывать. Мисс Рэдиш занята учебником. Прекрасно. Можно нарисовать стрелки, пока она не видит. Вот так, стрелочка. Упс, они неровные. Немного подправим и еще. Ну вот, теперь придется дорисовывать вторую. А теперь первую. Как можно рисовать стрелки до выпускного? И еще немного подправим. Бритни, ты похожа на панду. Это не урок зоологии. Смотри, что у меня есть. Помада. Цвет тебе очень идет. Это мисс Молли. Мы пропали. Прости, директор. Чем заняться на скучном уроке? Выщипать брови. Ай! Ой! Сьюзи, прекрати немедленно. Простите, мисс Молли. Я все верну на место. Стоп! Косметика есть. Проходи. Стоп! Что в коробке? Пицца? Можно мне кусочек? Вот, спасибо. Хорошо, что мисс Молли не захотела колы. Бутылочку кока-колы опустошаем. Красим изнутри акрилом, смешанным с водой. Даем высохнуть и вклеиваем внутрь тушь для ресниц. Отрезаем щеточку и приклеиваем к крышке бутылки. Кола, очень кстати. Где моя тушь? О, нет, Рон. Фу, что за гадость. Ты выпил мою тушь для ресниц. Я навсегда разлюбил колу. Можно зайти, мисс Рэдиш? У меня нет косметики. Я тебе не верю. А вот это что? Запрещено. Это все. Теперь я могу войти? Паук! И правда, паук! Паук. Детектор косметической лжи. Упс. Вот теперь у меня правда нет больше косметики. Верите? Да. Можешь входить. Урок рисования. Маркеры и яблоко, и это все? Так натюрморт не нарисуешь. Возможно, художник из меня не очень. Зато визажист хороший. А тени и кисточка всегда при мне. Разбираем высохший маркер. Вынимаем внутренности. Вместо стержня приклеиваем кисточку для глаз. Делаем несколько кисточек для макияжа. Дженнифер, можно мне накраситься? Пожалуйста. Так и быть. Только не разбуди мисс Молли. Вы уже закончили? Посмотрим. Прекрасная работа. Отлично. Сьюзи, макияж ужасный. И натюрморт не лучше. Двойка. За яблочко спасибо. Мой зуб. Попробую накрасить губы. Это что? Чупа-чупс. Хотите? Нет уж, спасибо. Упаковкой от Чупа-чупс обклеиваем блеск для губ в форме леденца на палочке. Получилось. Мой блеск не отличить от настоящей конфеты. Ой. Вот незадача. И как здесь найти мой блеск? Рон! Нет, эта конфета совсем не вкусная. Ох, Рон.
Девочки, вы без косметики? Хорошо, проходите. Бритни, а это что? Помада? Это запрещено. Конечно, мисс Реддиш, простите. А у кого сегодня будет новая помада? Что? Пустота. Меня обманули. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Новые кольца. Новая косметика. Вау, это хайлайтер. Классная идея. А что для меня? Красная помада. Спасибо, Бритни. У Дженнифер новые наушники. С необычной встроенной функцией. Мой любимый крем для рук. Наушники, круто. Люблю музыку. Только эти наушники никак не включаются. Может, сломались? Это еще что? Спокойно, это просто крем для рук. Доктора в класс, срочно! Пациент, на что жалуетесь? Все ясно, сейчас вылечим. Что? Нет! Вот ваше задание для самостоятельной работы. Я вернусь через 10 минут. Можно заняться макияжем. У девочек так много косметики. А у меня только хайлайтер. Из хайлайтера в стике вырезаем сердечко. Покрываем косметическим глиттером разных цветов. Приклеиваем стилизованную этикетку клея. Воспользуюсь тем, что есть. Будет красивое и блестящее сердечко. Вау! Ох, девочки. Ни на минуту нельзя вас оставить. Всю косметику я конфискую. Поживее. Дженнифер, у меня только клей. Повезло. Хайлайтер лучше, чем ничего. Сделаю беспорядок на голове. Вот так достаточно неопрятно. Мисс Реддиш оценит. Что за прическа? Нет, этот волосатый хаос не зайдет в мой класс. Отлично, на это я и рассчитывала. Теперь я могу надеть свой обруч. Как вам теперь моя прическа, мисс Реддиш? Вау, вот теперь другое дело. Девочки, как вам мой обруч? А если я скажу, что это румяна? Вау, классно придумано, Бритни! Как скучно. У меня где-то была куколка. Какие красивые у тебя волосы. И такой модный цвет. У меня идея. Вау, Сьюзи, красота! И мне нравится. А у куклы теперь ультрамодная стрижка. Сьюзи? Кукла? Лысая? Серьезно? Сьюзи, сделаем маникюр. Корректором? Это не корректор, посмотри. Такой маникюр я хочу. Сперва придадим ногтям форму. Края пилочки ровно обрезаем. Рисуем деление, повторяя разметку линейки. Здесь не маникюрный салон. Ай, ноготь сломала. Давайте свой ноготь, я помогу. Ладно. Сделаю вид, что ничего не вижу. Ручка с помадой – гениальное изобретение. Ручку разбираем и горячим ножом отрезаем резьбу с верхней части. Приклеиваем к тюбику помады. Посмотрим, как ты справилась. Отлично, Дженнифер. Давай ручку. Я сразу поставлю оценку. Ой, все пропало.
Спасибо, Дженнифер. Моя помада вернулась. Что? Совсем ничего не осталось? Никакой косметики. Но цвет не идет. Несправедливо. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какой способ пронести косметику в колледж понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.